На советском проезде полным ходом идут работы по обустройству тротуара. Они начались еще 10 дней назад и закончатся только в середине августа. Процесс очень трудоемкий, ведь плитку укладывают вручную. На участке работают 15 человек. Из техники здесь используют только два трактора. В рамках комфортной городской среды выделены были средства в районе где-то 13 миллионов рублей на замену данной плитки, которая пришла в негодность. В данный момент тротуарная плитка и бортовой камень приводятся в нормативное состояние, что улучшит этот тротуар. Стоит отметить, что в прошлом году в рамках комплексного благоустройства была отремонтирована пешеходная часть на противоположной стороне советского проезда. О замене данного тротуара жители писали на портал «Добродел». Сейчас люди отмечают некоторые неудобства в связи с ремонтом, но готовы потерпеть ради удобной пешеходной зоны. Немножко была пыль и шум. Вот. А так, в принципе, все хорошо сделали. Ну, в смысле, шире, светлее, ровнее, не запинаемся, ходим. Неудобно, а что же по песку да по грязи ходить? Так что пусть быстрее делают. А вот дорожные работы на Заводской улице уже завершены. На основной магистрали города от администрации до поликлиники проводился ремонт асфальтобетонного покрытия, замены бортового камня и заездных карманов остановочных пунктов, а также парковочных мест. В рамках проведения дорожных работ там заменили сейчас уже полностью асфальтобетонное покрытие и бортовой камень. В будущем планируется нанести разметку. Как рассказал главный специалист производственно-технического отдела МБУ «Дорсервис» Сергей Трисмегистов, сейчас в городе идут работы еще на нескольких участках. Начата работа по замене тротуара на Белокаменном шоссе, ведутся работы на улице Завидная в рамках комплексного благоустройства, детские площадки делаются. И проводятся работы на ПЛК-28, комплексное благоустройство дворовой территории. В городе Видное в ближайшее время будут отремонтированы еще 16 дорог. Пока решается вопрос финансирования данных работ. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.